Здравствуйте, уважаемые друзья! Меня зовут Анна, и вы находитесь на канале «Добрые дела». Нашей целью сегодня станет поддержка бездомных животных и вклад в улучшение мира вокруг нас. Наслаждайтесь просмотром, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, ставить комментарий. Всего вам доброго, дорогие друзья! Ты такой красивый, такой мурчалка. Такой вот на с курочкой, такой хороший. Ты линяешь. Что ты вынюхаешь? Ешь. Зайка проголодался. Ты чего? Неудобно что ли? На. Тарелка. Что же проголодался такой, проголодался. Же, я ем, а ты целуешься. Барсук, у тебя и в еде эти брови. Вкусно так. Ты ж ел недавно. Целых два пакета. Уже я не помню. Ты еще раз поцелуешь. Ну? Я соскучилась. Ну? Марсик, ты пахнешь рыбой. Какая красивая. Дикий. Такие красивки. Красивые кошечки. Что у тебя на спине? Я сейчас убегу, если ты меня трогать. Голодные. Ты моя пупуринчика. Ты такая голодка наша, любимка. Сам. Ой, ты какая голодная. Кто ж тебя выкинул? Ой. Скажи так. Вкусно, так вкусно, такая вкусняшка. Кушай, кушай, не бойся. Кушай, кушай, кушай. Не бойся. Красивка такая. Красивка. Красивка такая. Най, 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 най. Най-н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 ай. Красивый такой голодный. Такой хороший. Как и сумер. Бояк такой. Плачет. Боится. А сонечка такая красивая. Рисунья. Вкусно? Я уже поела такая, ушла. Уже вкусно так. Вкусно, зайки. Зайки такие. Это да, он бедный пока придет, мы все съели. Все съели, что ли? Кушай, кушай, зайчик. Зайки такие красивые. Хорошки. Нам тащат еще одного кота. Нам тащат кота. Ничего себе ты несешь такого кота. Где ты его взял? Ну вот, ставь его к тарелочке.
Он не хочет есть. Он убегает. На, чернушка, на. Иди сюда, иди. Иди сюда. Какой ты толстый. На, вот этот без глазика. Боится. И чернушка пришла. На, вот тебе. Ты тоже боишься? Такой рыжий, красивый рыжий. Рыжик, рыжик. Рыжик такой мягкий. Рыжик. Где тут какая-то ребята, болячка какая-то. Такой рыжий. Красивка такая. Кушай, кушай. Подержу тарелочку. Подержу тарелочку тебе. У них день-две вот этих вот трехцветки, они же на удачу. Какой беляк идет. Какие красивые. Мне нравится, когда нос это сначала же намочу, марлечку протру нос, и как-то начинаю вот так за холку держу, капаю, злится, выделяется. Здравствуйте. Может, кому-то ты приглянешься. Ухи у тебя, конечно, грязные, какой-то. Да. Ну, дворовый есть дворовый. Это да. Дворовый есть дворовый. Бездомный есть бездомный. Вот и так уже сколько я ему. Бездомный есть бездомный. Ты такие хорошие, красивые. Котенок такой пугливый. Пугливый котенок. Такие красивые. Красивые такие. Красивый вот котенок. Все красивые. А так кошечка боится, не уйдет. Ну, не голодная. Ты мои хорошие. Еще один идет. Кость без. Две беременных. Кот без хвоста. Только я могу найти столько новых кошек. Такие, ой, без хвоста жалко котик. Беременных целых две. Ну, он без хвоста, но не голодный. Зайчик, такая голодная, как всегда. Как всегда голодная. Такой красивый, голодный. Хороший котик. Такой красивый котик. Все это нормально, что или я высоко держу, на пониже держу. Сейчас пойдет порезать. За лето все сломали. Красотун. Такой красивый, кушай на здоровье. Муся лапкой ест. Ты такая цирковая. Скажи, лапкой я ем. Ой, ты какая умница лапкой. Правильно, лапкой.
такая умняка лапкой. Ой, еще лапкой. Молодец какая. Ой, ой, лапкой, лапкой, лапкой. Лапкой. Такая муся. Кто бы тебя забрал уже? Господи, вот сколько ее пытались пристроить. Никто ее не хочет забирать. Такая кошка хорошая. Моя красавка такая, любимка. И барсук тут рядом такой красотун сидит. Наелся уже. Барсук, кс-кс-кс. Барсук. И такой тоже хорошка. А ты что тут? Муся. Такая пупурына. Такая красотуна, такая красотунчика. Заключая, хочу подчеркнуть, если каждый из нас обратит внимание на бездомных животных, то мир станет добрее. Спасибо за интерес к видео. Прошу сохранить сострадание к нашим бездомным малышам. До скорой встречи!